Всем привет, с вами Гамбит Нац. В этом видеоролике вы увидите нарезку со стрима, а именно один на один, когда играл мой младший братик против моего старшего. Я надеюсь, вам этот видеоролик понравится. И прежде чем вы приступите к просмотру непосредственно самого ролика, хочу сказать то, что в моем инстаграме сейчас проходит розыгрыш. Да, он небольшой, но в будущем все будет лучше. Ссылка на непосредственно сам розыгрыш будет в комментариях. Всем приятного просмотра. Caught one. О, в канале сидит. Шелк. Он меня только в первом раунде с классика пострелял. А кто из подписчиков? А я за есть бронза 3. Не апнуться надо просто. Помогите, пожалуйста. Четыре ноль, 4-0. Против кого? Против кого? Шестым игроком Гамбит пошел играть. Не, с Шейдосом никогда не пойду. Wipe the prince from your guns. It's just good crime scene etiquette. Я его боюсь просто. Ну никому не интересна битва один на один. Почему он там всегда сидит? Докпа! Бомбит у меня. Если он не умеет спайк дефать. Да я помню, да, то, что... Как бы он не умел спайк дефать? Айда! А он дефает. Амир, если ты запрещен, пускаешь, я тебе это этого не брать. Запрещено. А ты откуда знаешь, какие правила твича? 5 minutes later. You should run. Вылезай, братик. Кусок. Осуждаю. Ты... Осуждаю. Атакер! My cameras is broken. This is дай. У него пушка тут. Все. Закрываем сплит. Бедим аним амир. Беним аним амир. Беним один Амир. Hello, Kanka. Hello, Kanka. This is a nice spot. Что? Firewell. Firewell. Как я его не убил? They're dead. Трюха сказал, что ты лучше хрона. This goes. No more charges left. Не, хрон лучше. Двигает. А. That goes there. Ну да. Не знаю. Тогда или нет? Да. I will find you. Я двигаюсь лучше хрона, но я боюсь его обидеть. Defenders win. You're lucky, Angelus. Or else your families would be next. Да, мне кажется, было бы интереснее, если бы я это мог комментировать. Хотя что тут комментировать? Амир поставил растяжки на А, пошел на Б. Амир поставил растяжки на Б, пошел на А. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, подобная нарезка вам понравилась. Может, какой-нибудь еще контент сделаем с братиком. Хочется сказать еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои соцсети, ВК, Инстаграм. В последнее время занимаюсь Инстаграмом. Плюс опять же скажу про розыгрыш. Всем спасибо, всем пока.